В Дагестане сотрудники полиции перекрыли поставку синтетических наркотиков. На федеральном контрольно-пропускном пункте сотрудники МВД остановили автомобиль под управлением 37-летнего жителя Вологодской области. При осмотре машины правоохранители обнаружили тайник под обшивкой крыши, стоек дверей и консолей автомашины. Всего было изъято около 2 килограммов метилофедрона и 511 таблеток экстази. Продавцы опасного груза были задержаны и помещены в изолятор временного содержания.